Привет, сиракеза смотрящая, еще раз всех православных староверов с Рождеством. И вот как-то поутру на выходных вышел я во двор и решил поглядеть на этот мир вот глазами насекомого, которое смотрит в инфракрасном излучении. И вот так это все выглядит. Представляете, матушка Земля греет нас из-под низу, машины стоят замерзшие, а снег-то теплее, чем машины. То есть, кажется, парадокс, кажется, машина должна быть теплее. Ну, нет, не так все. Вот, и внутри, видите, только... Ну, в общем, интересно. Интересно вот этим взглядом инфракрасным смотреть на многие вещи. Не раз себя балую этим занятием, потому что открываются все новые и новые вот эти вот чудеса. Машина завелась, и вот мне стало интересно. Вот она была такая вся синяя, сейчас мы ее завели. И вот после пробега 30 километров, вот так теперь она выглядит. Теперь у нее колеса горяченные, якобы кузов видно не синий, а уже там салон теплом насытился. А морда выглядит вот как хищника такая, ух! При этом, ну, естественно, глазами этого ничего не заметно. Машина как машина, ничего выдающегося не заметишь. А вот через инфракрасный взгляд, вот... Покрышки так вот светятся, 5 градусов на покрышках, а на улице минус 17. То есть дорога их согрела. Ну, вот такие интересные физические наблюдения, которые, мне кажется, интересны многим, кто смотрит. Вот фара, например. Вот так она выглядит после 30 километров пробега, а так выглядит без, в обычном взгляде. Ничего примечательного. А так раз, и как будто бы она светится. В общем, интересно. Вот до жути. Вот там печка кондишки обогревателя светится тепленькая за решеткой. Ну, в общем, всем удачи, всем пока. Шутка. Видео только начинается. Ну, а второе, что мне стало интересно, вот первый день на Рождество, мороз был действительно приличный, минус 17, минус 18, и как раз во время восхода, ну, так получилось, что вот я был на восходе в Вилянах. И решил, что такого видео еще мы не видели, и я сам не видел, как же Виляны смотрятся с высоты на восходе солнца. Луна еще на небе, мы видим ее за облаками, была легкая дымка, и вот с одной стороны луна, с другой стороны встает солнце, и Виляны под крылом самолета очень загадочно, между прочим, смотрятся. Я даже не ожидал, что так будет красочно. Почему-то казалось, Виляны город темный ночью, а смотрите, как это все светится. Костел очень выделяется, пускай небольшое освещение, но оно все-таки есть, и оно реально вот видно, что город освещен немножко. И вообще какой-то завораживающий вид, такой вечерний. Хотя это не вечерний, это утренний. Наоборот, освещение такое мягкое, утреннее, как раз на восходе солнца. Ну, почему-то вот мне кажется, что очень здорово все выглядит. Вот там кольцо справа освещено достаточно хорошо. Ну, пускай даже вот эта новая улица, она фрагментами от фонаря до фонаря, ну, тоже вот такие меткие пунктирные имеются и придают какое-то вот очарование городку на восходе. Ну и, конечно, небо, само небо, оно такое вот интересное, солнечное. Утреннее солнечное небо тоже с земли такое выглядит, оно по-другому. Тут все-таки линия горизонта, она как будто бы создает такой вот неповторимый взгляд, на мой взгляд. Каламбур такой, мой взгляд, на мой взгляд, создает взгляд. Хорошая выдалась погода на Рождество. Все-таки, как эта фраза, рождественские морозы, рождественские крещения. Ну, это не просто так, это традиционно такая погода должна бы была бы стоять. Вот она выдалась нам повезло. Хотя зима, сами видите, балует нас непонятными состояниями с минус 15 до плюс 7. И говорят, это еще не конец приключений наших.
Хотя надо отвлечься, между прочим, чтобы вы помнили, есть в городе фирма ТЭЦ, а пока на улице жутко холодно, есть возможность купить новые обновления масел для аромодиффузоров. Замечательная штука, в морозный день капаете туда тык-тык-тык по вкусу, по цвету, и у вас квартира наполняется ароматами весны или ароматами лета или ароматами осени, уж кому что ближе. Покупайте вот такой аромодиффузор, ну или подобный, магически выглядит. И все это в фирме ТЭЦ, Адбрюшенас, аллея 104. А телефончик будет под видео. Ну и вот сердце Вилян, магистраль, что называется, от Рижского шоссе. Так она тоже на фоне высвечивается. Хорошего нам солнца, мороза, хорошей зимы. Не так скоро, как говорится, Новый год отметили, теперь ждем Лига, видимо. Ну, хотя нет, поторопился, еще старый Новый год. Я его отмечаю, поэтому еще, когда там, 14-е, по-моему, значит, 14-го сядем, отметим, и тогда уже Лига. Всем удачи, всем пока, с прошедшими всех праздниками. Не раз еще предстоит нам увидеться и обсудить какие-нибудь интересные сюжеты. Всем пока!